Уважаемые коллеги, друзья, земляки, мы отмечаем в этом году большой юбилей – 100 лет чувашской автономии. Эта дата для всех значима, потому как созданная 100 лет назад Чувашская автономная область стала фундаментом сегодняшней Чувашской республики. Мы должны уважать, развивать, бережно хранить свои традиции и культуру. От всего сердца поздравляем всех с прекрасным юбилеем. Желаем процветания нашей республики, а ее жителям крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне.